че за... Воу. Да... Че за фигня? Дверь закрыта. Ну нормально это вообще или нет? Че, чтобы мне открыть? Ну да это. Так, 2.20. Че? 2.20. Воу. Как выйти? Два двадцать. Чтоб тебя, блин, все спички потратил, а? А, ну здесь, если смотреть... Так, 8.50, что... Туда больше заходить не буду. Чё-то они как-то... Так, дверь закрыта. Security. Ящики. Да, вот почему много спичек, потому что они кончаются быстро. Боже мой, это Сара. Что фотография моей жены тут делает? Почему он разорван пополам? Черт. Голова раскалывается. Делать там больше нечего. Фигово, что не бегает он. Опа. Какой-то ключ. На тех ворот. Я так и думал. Так, там еще нижний этаж у нас есть, да?
чё там застрял-то? Ой-ой, парень. У тебя тоже с головой не все в порядке? Сейчас какие-то странности непонятные здесь происходят. Бери давай. Еще спички. Фотографии. Вау. Чё за? Чё за фигня там была? Библия. Библия, икона. Здесь нормальный крест, кстати. Не перевернутый. Еще одни спичуни. Так. Здесь, ладно, здесь понятно. А там мы сможем пройти? Блин, меня тут чувак пугает. Ничего нет. Еще одна Библия. Никому не доверяй, я все делаю ради нас. Выглядит нужным. Майло, это вторая половина моей фотографии с Сарой. Похоже, я ее любовь. Черт, что здесь происходит? Ну блин, если... Я должен понять, что тут происходит. Мама очень любит... Господи, речь идет о Саре. Что Натали хочет сделать с ней? Мне нужно поторопиться. Мама очень любит папу и всегда думает о нем. Она мне рассказывала об одной плохой женщине, из-за которой папа не может быть с нами. Но мама пообещала, что все сделает, чтобы мы все жили вместе. Так, спички. А это чё? Какой-то Будда. Даниил, 12-13, а ты иди к твоему концу и успокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней. Иоанн 3-7. Не удивляйся тому, что я сказал тебе. Должно вам родиться свыше. И? И? А, во. Чё ты хочешь сказать? Не пройти, что ли?
Значит, сюда. Воу! Так. Еще спички. Эй-эй-эй! Там я видел, кто-то прошел, нет? Здесь... Джонни! Ха-ха! Это что, отсылка к Сиянию, что ли? Топорик. Ребята, молодцы. Воу. Библия. Так, кресты перевернуты. И что у нас? 144. Что это значит? Какой-то код. Ты помнишь год, когда умерли наши родители? Последний раз мы были здесь вместе 25 лет назад. Какие-то снимки черепа. Текс. Что там было написано? 144? Эй, чё? О. Джонатан. Джонатан, ты меня слышишь? Yes, yes, да, да, я могу. Какого черта я здесь делаю? Джонатан, тебе таблетки не помогут. Все, над чем мы работали, разрушается. Ты должен как можно быстрее найти выход в кабинет директора, пока Натали не сделала непоправимое. Кто ты такой? Я Бен. Бен Дерево, твой врач. Ты опять забыл? Джонатан, твоя жена в опасности. Сара? Где она? С ней все в порядке? Пока да. Так, вопрос потом. Найди вход в директорскую. И не попадись охране. Я с тобой потом свяжусь. Бен, ты меня слышишь? Что за черт? Так, не попадись охране, он говорит. Выглядит нужным. Так. Значит... Сейчас должны появиться враги. Я так думаю. Нужно прочесть дневник Антона. Может, там написано, где находится дверь директора. Нас было много, но большинство... Это трой какой-то стрёмный. Это безумие. Нас было много, но большинство из них хотели убить самих себя, как только они становились директорами. Грустно все это. Мама говорит, если директор умрет, то мы все исчезнем. Поэтому мама с Роем взяли все под свой контроль, и тех, кто себя нехорошо вел, отправили в подвал. Там вообще очень страшно. Рой очень редко появляется, но если он появился, то вам не сбежать. Когда мне бывает одиноко, я иногда захожу в камеру мамы. Она находится на первом этаже, ближе к лестнице. А, это типа...
Медпункт, типа, что? Это что у нас? Дверь закрыта. Так. Не попадись охране. Значит, здесь где-то есть охрана. Открывай эту дверь тоже. Библия. Так, и все, да? Здесь больше ничего нет. Понятненько. Идем дальше. Дальше нам не уйти. Итак, значит, нам нужно найти комнату директора. Почему топор-то не можешь взять? Было бы хотя бы чем защищаться. Так, что-то опять двери закрыты. Ладно. Мы там были ж. Во-во. Какого черта? Это Рой. А что, не убежать, что ли?